Ну и наконец пришло, наверное, время самой главной песни. Она есть у каждого исполнителя, у каждого автора, я так думаю. Вот у Александра Сергеевича Пушкина, я люблю это повторять. Было такое тоже главное произведение, там вот, вы, наверное, его помните все, там «Что такое осень?» Это, да. И вот у меня такое произведение тоже есть. Вообще, на самом деле, вот ради этой песни Алексей Пашкин и согласился сделать этот концерт, он бросил пить ради нее, ради этой песни. Вот. Поэтому я, так сказать, причем в качестве профилактики я просто приезжаю раз в полгода, играю эту песню, и вот, да. И он не пьет. Да, понимаете. Так что просто сегодня эта песня прозвучит в качестве такого терапевтического средства. А песня называется «Борода». Небо остановит здесь свои облака, суета.